Ладно, я в любом случае создам. Все, проверяй. Нет, ничего не добавилось. Погоди! На карте появляются какие-то разломы! Это что такое? Давай! Теперь вам доступны яйца спавна мобов. Но какие яйца будет засунуть выгоднее всего? Что ты смеешься? Что ты заржал? Продолжай! Какие Подожди. Яйца будет засунуть выгоднее всего? Я не знаю! И снова всем привет, дорогие друзья! Я Лулошка! Добро пожаловать в отсутствие прохождения Майнкрафта! Ведь сегодня мы вместе с Фиксплеем... Здравствуй! Здоровый топ! Да, привет. Так вот, сегодня мы вместе с Фиксплеем будем выживать в небытие, в пустоте. В этом месте абсолютно ничего нету. Ну, разве что этот факел. Здравствуйте. И каким образом мы здесь будем выживать, что-то делать, творить, создавать? Надо узнать, и в этом нам поможет данная книга. Приветствуем. О, добро пожаловать, господа. Вы оба проснулись в пустом мире, заполненным небытием. Блоки небытия очень уникальны и представляют осколки ваших воспоминаний. Разбивайте пустоту и получайте новые знания, которые вы потеряли в ходе экспериментов. Помимо знаний, разбивая пустоту, вы также начнете получать предметы, которые начинаете вспоминать. Если проще, то чем больше вы ломаете, тем больше учитесь. Ваша задача — вспомнить все. Удачи. То есть Рома, мы... один вопрос. Что? Какой блок мне сломать, чтобы вспомнить, как какать? Вот этот. Тогда давай начнем с него. Давай, давай, начинай. Ну, просто ломаю и... О, да, продолжайте разрушать эти таинственные блоки небытия, чтобы понять, что скрыто внутри. Так, а ты понял, как какать? Нет, я не понял, и более того, я не могу ничего скрафтить, мне ничего не выпало, в чем смысл? Еще попыточка, давай. Вот давай, этот блок, второй. Хорошо. Ага, небытия вскопано 2. Ну вот, если вы разобьете еще 2 блока небытия, вы откроете для себя некоторые новые знания. Вперед! Да-да-да, мы это уже делаем. Раз и последний. Поздравляю, ребята! Вы вспомнили, что такое грязь. Продолжайте ломать блоки, и у вас все получится. Серьезно? Грязь? Мы просто вспомнили грязь. Ну-ка, давай, продолжаем и... Ломай... Что? Ты посмотри! Реально кусочек грязи! Офигенно! Вот, возьми. А из нее можно соединить прям, ну, нормальную такую грязь? Ну, судя по крафтам, да, более чем. И смотри, тут есть еще какая-то TP to Collection Room. Ты про звездочку? Да, телепортация в комнату коллекции. А давай, ну-ка. 3, 2, 1... А! Это чё, бляха-муха, такое? Смотри, есть какая-то кнопка. Что? А, судя по всему, мы не собрали ничего. Ну-ка, дай-ка я попробую. А-а-а, реально. Собрано 0 из 55. То есть нам нужно открыть все воспоминания. Вау, это очень круто сделано. И, кстати, в сундуке с наградами у нас есть подзорная труба. Не знаю, зачем она нам нужна, но окей. Я так понимаю, то, что чем больше воспоминаний мы будем открывать, тем больше наград будем получать. Пока что почему-то подзорная труба, но тем не менее... Я могу тебя вблизи рассмотреть. Ты, господи, какой красавчик. Ну что? Здравствуйте, наше нераскрытое воспоминание. Мы как будто в мозгу, понимаешь? Да, и подожди, эти блоки бесконечные? А, судя по всему, да. И, кстати, смотри, 16 из 25... То есть, если мы сейчас еще немного поломаем, то откроется новое воспоминание. Но, подожди. Мы сейчас столько всего вскопаем и не поймем, где середина. А, ты об этом? Я думал, ты хотел запутаться да, в блоке грязи. Да, смотри, вот здесь пустота, которая не ломается. Самая такая основная. И вокруг нее, я думаю, надо поставить вот так вот, О, да, новое воспоминание. Вы вспомнили, что такое палки. Ну, я так понимаю, из палок и грязи до сих пор нельзя ничего скрафтить. По всей видимости, да. Но, кстати говоря, в этой книге написано еще кое-что. Господа, в этом прохождении вам также откроются новые машины и новые крафты. Например, вы можете сделать себе машину для изготовления небытия. И даже полноценный блок, который это небытие будет разрушать за вас. Все крафты вы найдете по мере продвижения. Но для начала попробуйте сделать хотя бы верстак. Удачи. Звучит логично. А вот эту тему я бы открыл, чтобы она все за нас ломала, и мы стояли, да, чилили. Да, и создавала, понимаешь? То есть она создавать и ломать будет. Да, но судя по всему, до этого нам еще далеко. По крайней мере, надо набрать 70 блоков пустоты. Я думаю, то, что нам нужно снизу ломать и тут же переделывать в блоки, чтобы была какая-то, не знаю, подпорка. Подожди, а тебе падает грязь вообще? Мне только палки падают. Слушай, палки мне падают, но ты посмотри, что из них можно сделать. Это что такое? Это ты просто соединил палки? Да. Это связка палок, чтобы ты понимал. What the fuck? Ладно, по крайней мере, мы понимаем то, что новые крафты здесь присутствуют. Стоп! Чувак! Ты видишь это, да? Я совершил открытие, ты тоже? Маленькая Кирочка, ты видишь, да? Маленькая. Нет, я другое открытие совершил. Чувак, если соединить 4 связки палок, получится доска. А,
Обалдеть, чел, ты лучший? Все, что я могу тебе сказать, в принципе. Держи! Спасибо, спасибо. Это крутое прохождение, мне уже определенно нравится. Ломай, знаешь как? Вот здесь и вот здесь. Только ага, эту высоту. Понял. Будем постепенно создавать себе хоть какую-то берлогу. А ты пока поизучай там крафты, найди что-нибудь полезное, займись верстаком. В общем, будь полезным. Так а ты палки там не кидай, гений. Хорошо, хорошо, держи. Эй, ребята, новые воспоминания. Моховые шарики. Что с ними делать, решайте сами. До свидания. Чё? Это чё вообще такое? Моховые шарики? Ну-ка, подожди, добудь, попробуй вот здесь прокопай. Окей, хорошо. Я такого просто не помню. Да, тут прям какие-то... кастомные вещи, как будто. Ну-ка дай. А-а-а, я понял. Походу из этого можно будет сделать траву. Возможно. Блок мха. Добудь мне, пожалуйста, еще 3 штуковины. Давай. Держи, есть. Хорошо. Я создаю блок мха, и уже с помощью него я могу сделать блок травы. Сюда! Это офигенно! Все логично! Так. То есть я беру 2 земли, далее соединяю, и вот оно! Отсюда начнет разрастаться трава. И причем достаточно поставить только один. Ну-ка, дай мне еще мха. Дай. Держи. Спасибо, создаем. В любом случае, предлагаю пойти и проверить наш сундук. Вдруг там новые награды появились. Окей, давай. Комната коллекций. И проверка. Реально, смотри, 2 из 55. О, что? Пол сундука уже. Мне кажется, или нас немножко балуют? Да, посмотри, Diamond какие-то шарды, алмазные кусочки. Да, эмеральдовые, минеральные. Кусочки угля, что это вообще такое? Как минимум нам дали дерево. И я так понимаю, то, что нам реально нужно как можно больше добывать вот этих блоков. Смотри, я предлагаю алмазные кусочки и эмеральдовые кусочки сохранить, чтобы сделать вот это. Конечно, а что из них еще сделать? В любом случае, я предлагаю... Печка. У нас уже есть камень? Да, у меня есть камень. Сейчас я быстро делаю себе верстак. А могу ли я поставить это... О! Что? Ты открыл верстак! Еще награды сюда! Подожди, что? Почему все так просто? В любом случае, могу ли я сюда поставить? А, черт, не могу. Чувак, это не наша база, успокойся. Смотри, мы открыли мох, мы открыли вот этот верстак. Вот эта минеральная руда меня немножко смущает, потому что с разной стороны она разная. Алмазы, лазурит и железо, это все руды в одной. Пшеница это легко, печку мы можем сделать прямо сейчас. И еще можно сделать сундук. Точно. Давай так, смотри, ты остаешься здесь, я сейчас все это крафчу, и ты забираешь награды. Изи. Окей. Печка готова, проверяй. Отлично, появилась. И нам дали еще кучу руды, костей, земли и одну редстоунку. Теперь сундучело. Золото, неплохо, еще камень. Давай, пополняй. Блин, честно признаться, я не знаю, что пополнять, но коптильня. Вот коптильню тебе надо? Слушай, сейчас посмотрю. Ладно, я в любом случае создам. Все, проверяй. Нет, ничего не добавилось. Погоди! На карте появляются какие-то разломы. Это что такое? Это обсидиан? Нет, это не обсидиан, но... Да, кстати, похоже на какую-то руду или что-то подобное. Вау! Будем копать туда. Но перед этим не забывай то, что мы можем сделать микрокирочку или микротопорик. Только понадобится булыга, которую я всю потратил. Сейчас я тогда хотя бы коптильню поставлю. Вот она. Но мы уже неплохо продвинулись. И я предлагаю продвинуться еще дальше. Поздравляю! В пустоте вы обнаружили новые смешанные каменные породы. Копайте дальше. Чел, да. смотри, да, что да, я делаю, да. Я просто так решил проэкспериментировать, и в итоге я делаю какой-то... Оно плавится. Я делаю тот самый блондарит, у нас он уже был, я точно помню. А что можно сделать из этого блондарита? Сейчас проверю, 3 штуковины беру и... Опа, пик апгрейд модуль. Офигеть, тут понадобятся блондаритовые кирпичи, золото, редстоун. Да, вот только вопрос, зачем этот модуль нужен? То есть он же куда-то вставляется? Возможно, в наши будущие генераторы? Да, мне тоже так кажется, поэтому я сейчас попробую сделать еще кирпич полноценный, ну-ка. Да! Я как знал, как знал! Итак, у нас открывается фабрикатор, то есть генератор, и ломатель. Нам понадобится... О, черт. Нам понадобится та самая гравированная минеральная руда. У тебя она есть? Я вообще не понял, о чем. Ну, у меня явно этого нет. Гравированная, ну ты поставил, а она там золото, типа железо, уголь. А, с гравием? Да. Слушай, сейчас пойду проверю в сундуке с наградами. Давай, я очень надеюсь, что там будет. Боже, да, 17 штук, этого хватит? На самом деле это даже многовато. Слушай, а блондарит есть? Нам его тоже надо много-много. Но его теперь мы сами можем скрафтить, поэтому, думаю, не проблема. Да, по сути, да. Но нам нужно, знаешь, как сейчас решить проблему? Я даю тебе вот эту кирку, ты тоже сделай себе такие же кирочки и... О, спасибо. И после этого просто копай пустоту. Нам нужно много-много минералов. Понял, сэр, будет сделано. Thank you.
Молодцы, вы открыли новое воспоминание. Кусочки песка. Продолжайте. Ладно, ладно, спасибо. Фиксплей, у нас огромная проблема. Что такое? Для того, чтобы сделать этот генератор, нам понадобится раздатчик. А генератор это гребаный лук. Серьезно, я думал, мы его уже скрафтим сейчас. Да, я тоже так думал. У нас даже нити нету, у нас даже паучар нету, у нас даже скелетов нету. Что делать-то? Так, ладно, есть план. Смотри, либо мы открываем новые блоки и получим нитки в сундуке. Возможно, возможно. Либо мы открываем новые блоки и получим нитки в блоках. Нет, это вряд ли. Есть еще третий вариант, и это самый лучший вариант, потому что мобы здесь спавнятся. Да? Да, но на этой карте мобы спавнятся не на пустоте, а на блоках. То есть, по сути, нам нужно выкопать что-то типа пустотной... О, новое знание, гравированные кусочки. Так вот, да, нам нужно сделать искусственную шахту и разместить здесь искусственный пол. Я тебя понял, землю я с собой принес. Шахта, я так понимаю, будет здесь, да? Да, это прям хорошее место. И, блин, настолько прикольно то, что вроде бы темно, а вроде бы и все видно. Какой же ты черный. О, белый. О, поздравляю, вы открыли новые воспоминания. Минеральные кусочки. Спасибо, спасибо. Те самые минеральные кусочки, то есть прям вот те самые, которые мы ставим, ломаем. И получаем, например, лазурит, кстати говоря, прикольно. Рома, я почти докопался, и кажется, это редстоун. Ты молодец, молодец, а я тут решил комнату сделать побольше. Может быть, все-таки пауки и зомби заспавнятся. Новое воспоминание. О. Нити были разблокированы. Что? Сюда! Что, бляха-муха? Охренеть! Я же говорил! Ты просто... Ну, не то чтобы лучше, потому что это все карта. Карта, ты лучше! Но теперь мы можем скрафтить этот генератор. Так, сейчас, пузырек выкидываем. И ровно три нити выпало. Обалденно! Хорошо, хорошо. Делаем лук, и теперь мне нужны булыжники. Дай мне много-много булыжника. Держи. А, хорошо. Подожди, это одна штука. Ну да. В любом случае, раздатчик получаем и... Та-да-да-дам-та-там. Not Hingness Block Fabricator. А это точно то, что нам нужно было? Да-да, это тот самый Not Hingness Block Fabricator. Название у него просто шик, ничего не скажешь. Давай пробовать. Поставим куда-нибудь сюда. И, по идее, эта штука должна просто создавать пустоту. О! Создалось! Лучший! Только оно не ломает, видишь? Стой, да, где штука, которая ломает? Ну так ее надо отдельно создавать. И тут понадобится выбрасыватель. А, и они будут работать вместе, я понял. Какой ты догадливый. И пофиг, что я об этом говорил еще в самом начале серии. Мне кажется, я просто тебя не слушал. Так. О, хорошо. Так, вот, допустим, сейчас ничего не ломай. У нас 596. Эта штуковина должна поставить. Я сказал, это что? Вот. И она сразу сломалась. Хорошо. Короче, смотри, нам нужно поставить вот сюда и вот сюда. Три штуки, которые будут создавать, и одна ломать. И еще предлагаю поставить воронку с сундуком. О, и еще проапгрейдить это. Мы же можем апгрейдеры создавать. Модули. Точно, точно, модули. Допустим, пик апгрейд модуль. А, эта штуковина кладется вот сюда, и в итоге ломая, она будет создавать нам просто все каменное, понял? Да, понял. То есть типа как Кирочка. Да, только бесконечная. Внимание, новое воспоминание. Порошок Блейза. Порошок Блейза, это, конечно, хорошо, а для чего вообще? По всей видимости, сейчас мы об этом и узнаем. Ну-ка, давай добудем хотя бы немножко. Новый предмет открыт. О. Блейзовый порошок. Подожди, серьезно? Его можно было, оказывается, тоже в комнате коллекции открыть? Да, там я видел еще яйцо дракона, там много чего вообще есть. Да-да-да-да-да, вижу-вижу. Хорошо, ладно, а какие у нас награды? Еще немножко алмазов, немножко хлеба. Ну да, с каждым разом эти награды становятся все так себе и так себе. Слушай, а ты создавал изумруды? Нет, изумруды пока не создавал. А ты можешь? А я сейчас создам, да, я выкопал. Ну-ка, ну-ка. Изумрудик сюда! Хорошо. И нам снова дали, ну опять алмазы, немного редстоуна, все то же самое. Стоп, погоди. Ты видел? Да, тоже вот сейчас не понимаю. Где-то якобы обнаружен новый разлом, но где? Слушай, я попробую залезть повыше и отсюда посмотреть. А что если дальность прорисовочки поставить на 64 чанка? Ну-ка. Так. Ты видишь? Нет, абсолютно. Пустота и только. Я тоже ничего не вижу. Ладно, ставим обратно дальность прорисовки на привычные всем 32. Все играют на 32, да, кстати, все. У меня 12. Паук со спавнился. Я тоже заметил. Здорово, чел. Ни хрена себе. Кто-то все-таки появляется. Кто-то уже нам нафиг не нужен. Давай, пошел отсюда. Мы даже не подготовились. У нас ни меча, ни брони. Да мы его кулаками нормально ушатали. В любом случае, я тебя поздравляю. Смотри, что у нас появляется.
второй блок создания. Это хорошо. Да, по идее, прямо сейчас у нас будет прям много-много всего. Раз. 794. И... Ты дурак? Это что за фигня? Куда ты поставил? Не-не-не, это не так должно работать. Погоди, а ну-ка иди сюда. Давайте поставим вот здесь. Но, при всем при этом мы закроем вот здесь. Все, оно не должно создаваться. Фига ты умнич. Тут тоже закрываем. И здесь закрываем. Раз. И вот раз это или уже два? Это было полтора. Ну, такое ощущение, что стало быстрее. То есть, вот чуть-чуть, но стало. Примерно в два раза. Ну, вроде работает, да. Правда, судя по всему, для каждого этого генератора нужно делать еще один блок, который будет его ломать. Твоя правда. Оно действительно то ли работает, то ли не работает. Поэтому, бам, создали еще один блок. Этот, получается, забираем. И прям рядом это все выставляем, да? Да, давай как-нибудь красивенько. Красивенько, само собой. Вот, красивенько. А! Это ужасно, это просто дерьмово, как ты все это поставил? Это отлично! А ну-ка, кыш отсюда, отойди. Да ты не понимаешь. Это ты не понимаешь. Уйди, да, что уйди, ты я делаешь? По красоте сделаю, по красоте делаю. Да нормально поставил, ну. Да смотри, вот так надо, вот, теперь нормальная тема. Ну, кстати, да. А так ведь действительно красиво. И работает идеально, смотри, вот теперь реально, да. Смотри, было 838, мы немножко ждем, махалай-махалай, немножко ожидай, 3, 2, 1, бам! Почти. Бам! Не-не, вот сейчас, не-не, сейчас. Бам! Работает. Вот, два сразу. Хорошо. Ну, короче, чтобы это работало прям супер быстро, нам нужно поставить еще третий, четвертый, возможно, даже пятый. Новое воспоминание. О. Кубик льда. Кинь в меня. Это я так добавил, отсылочка, ну понял, да? Кстати, кубик льда, это хорошо, у нас появится вода наконец-то. Да, 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 я тоже об этом подумал. И вот оно, кубик льда. 4 штучки соединяем и... Чего? Ничего не получается, в смысле? Может, нужно типа на верстаке? А, нужно 9, господи, 9 кубиков. Ну это не проблема. Да, все, у меня 9 есть. Нужно еще 9, чтобы сделать бесконечный источник воды. Но тем не менее, у нас реально получается. И у меня вопрос, а почему здесь нет земли? Почему это выглядит так убого? Ух, простите меня, милорд, сейчас я все исправлю. Давай, давай, за работу, челядь. Прости, пожалуйста, прости, прости, мы это вырежем, больше так никогда лучше? Не будем так говорить. А, да, челядь, что ты сделал? Вечно приходится все делать самому. О, вполне себе нормальная территория, здесь и будет вода. Набор смешанного урожая был разблокирован. Чего? А, типа вот. С семенами, да, мне выпало, ну-ка. Ну, попробуй. Открыл, да, любые семечки. Упали. Давай, давай, выращиваем. Я думаю, то, что вот здесь. Так. Хорошее место, это вот здесь. Прямо у водички. Да, 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 вот тут, вот тут. Давай, сюда, сюда. Ладно, ладно. Вот только мне знаешь, что не нравится? Нету земли. У нас просто кончилась земля, и мы не можем все это расставить. Да, на самом деле земля стала выпадать очень редко. Мы открываем все больше блоков, и земли становится все меньше. Именно поэтому берем лопатку и копаем. Давай. Земля еще будет кайфом. Только так падать. Да, 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 да. О, кстати, а мы же можем модуль поставить на одну из них, и у нас будет постоянно падать только земля. Как тебя юзать? Вот так, да? Да, смотри. Тут появилась лопата, и получается, теперь он будет выкапывать только землю. А вот и земля, кстати. А он навсегда такой? Да, то есть он будет всегда теперь копать только землю. Итак, дамы и господа, прямо сейчас на ваших глазах делается искусство. Я продолжаю цепочку фиксплея. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ой, как это прекрасно! То есть, подожди, сейчас мы буквально немножко постоим, и вот у нас уже 1331. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. И вот таким образом мы можем приходить, забирать, и самое главное, постоянно прокачиваться. Рома, а почему мы не скрафтили улучшение для наших генераторов? Так, подожди, модули? Да-да-да-да-да, вот, например, золотой апгрейдный модуль. Что? Подожди, я сейчас проверю, ведь я самое главное проверю. Где? У меня такого Открой нет. Открой все крафты! А, все крафты, ну-ка. А, что? Подожди, а какого черта? Чтобы ты понимал, я могу это сделать прямо сейчас? Да, я понимаю. Но у меня нету этого в крафтах. А, у меня было это в крафтах. Ну, как бы мы этого не видели. Стоп, подожди, то есть мы можем это сейчас улучшить?
Ты посмотри! А какого черта до этого мы ни разу этого не заметили? Не знаю, но это, по-моему, нас жестко ускоряет. Давай займемся этим и просто улучшим все. Да, да, я полностью согласен. Итак, новое воспоминание. Кусочки песка, душ. Спасибо, спасибо, возможно понадобится. Так, смотрим. После золотого апгрейда идет обсидиановый апгрейд. Но обсидиана мы не видели. Мы не знаем, как его создавать. Это пока дорого, это пока дорого. В любом случае, у меня есть редстоуновые блоки. Осталось только добыть золото. Все, нафармлено. 4 голд апгрейд модуля. Мы готовы это все проапгрейдить. Давай. Сюда, 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 сюда. Ты посмотри, как они теперь стреляют просто этими блоками. Нам, по идее, сейчас нужно обсидиан открыть. И я реально надеюсь, то, что как раз он-то и откроется. 2032, 7, 8, 40. Осколки разблокированы. Что? Что? Да ладно! Как ты это делаешь? Я не знаю, я просто пожелал, чтобы был обсидиан. Так, ну получается, нам нужно набрать обсидиана, и мы сможем еще раз прокачать наши генераторы. Да, 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 уже до обсидианового уровня. А еще знаешь, какая у меня мысль появилась? Вот вроде бы у нас начали появляться жилы руд, да? Ну да. Но за все время мы видели только редстоуновую. То есть, возможно, нужно просто вскопать вот эту полностью, и появится новая. Последние два блока и... Давай! Ну, я ничего не вижу. Если честно, я тоже. Все, это тупо пустота, там больше ничего нет. Алло! Дайте нам, пожалуйста, жилу. Ой-ой-ой-ой, сколько обсидиана нафармилось, пока мы добывали этот редстоун. Давай, держи. Давай, давай. Хорошо. 11 штуковин, господи! Это отлично уже. Ты это видишь? Что? А! Появилось! Да, стоило только попросить! А что это, алмазы? Это изумруды, чел. Также делаем gold upgrade модуль, обкладываем обсидианом, получаем обсидиановый модуль. Или не получаем. Подожди, какого черта? А, он у меня выпал, господи, я испугался. Да, я могу сделать сейчас изумрудный, но делать этого не буду, потому что иначе мы просто не проапгрейдим. Да, сначала нужно обсидиановый и... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Насколько это быстро? Вот появился, и, я не знаю, таймер... Сколько? 3-4? 3 секунды, чел! Это довольно быстро! Я помню, раньше у нас было супер медленно. Офигенно! А теперь представь то, что все это с этим апгрейдом, а потом еще и изумрудный. Но изумрудный будет, по идее, самым легким. Объединяем. Разблокировано новое воспоминание. Назаритовые осколки. И, кстати, вы не заметили то, что около вас бегают животные? И вправду, у нас тут овцы, курицы. Так, не отвлекаемся. Gold upgrade модуль. Далее обсидиан. Где обсидиан? Куда делали обсидиан? У меня, все нормально. Обсидиановый апгрейд. Изумрудный апгрейд, и пойдем проверять. О-хо-хо. Давай. Сейчас будет пушечка-колотушечка. Но перед этим давай проверим вот на это. Нет, видите, вот это не улучшается, то есть надо именно на обсидиановый кликать. Так, и... Ля, какой красивый. Охренеть. Раз, буквально раз, каждую раз, секунду. Раз, раз, отлично. Внимание, вам разблокировано воспоминание о спавнерах. Пользуйтесь, ребята. Мы можем делать спавнеры? По всей видимости. И да, смотри, мне дали монстр-спавнер-фрагмент. Прикольно. О, мне тоже. Погоди, а что мы туда можем запихать? У нас же даже яиц нету. Вот у тебя есть я яйца? Посмотрю, ты Ну, два есть, да. А тебя я вижу, судьба не одарила. Погоди, мне хватает еще, чтобы сделать эмеральдовый апгрейд. Вот так забираем. И еще один обсидиановый остается. Ты погляди. Ты вообще бешеный. Оп, оп. Все. Вот сейчас мы можем реально тупо чилить. И у нас будет идти, и идти это небытие. Отдыхаем. Здесь не нажимаешь на кнопку вырубить, включить запись. Именно так. Она у меня на шиф, да? Монтажер-то. Монтажер с интерфейсом такой соединяется. 200 файлов. Все, 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 успокаивайся, остается всего 5. И... Давай! Теперь вам доступны яйца спавна мобов. Ну, теперь-то все понятно. Мы можем сделать спавнеры, засунуть туда яйца. Но какие яйца будет засунуть выгоднее всего? Что ты смеешься? Что ты заржал? Продолжай! Какие Подожди, яйца нет. будет засунуть выгоднее всего? Я не знаю. Во, наконец-то, что это? Утопленник! Гребаный утопленник! Ну и нафига ты мне нужен?
И тут как повезет, да? Ну, в общем, нам не повезет, походу. Знаешь, я тебе так скажу. По правде говоря, то, что у нас появились вот такие максимальные блоки, и то, что мы теперь не можем нормально все это расфасовывать, в какой-то степени приблизило нас к финальному финалу. Я как бы понимаю, что да, мы можем разблокировать воспоминания, но давайте будем честны. Нам это уже как-то не особо доставляет удовольствие. Да, у нас генераторы максимального уровня, мы преисполнились на этой карте. Теперь у нас бесконечные мобы, которые появляются, и которые фиг возьмешь, потому что здесь так много мусора. Именно поэтому мы все прекрасно понимаем то, что условно мы прошли эту карту. Мы ведь реально преисполнились. Надеюсь, то, что вам понравилось данное прохождение. Мы почилили, порофлили, а все остальное нам, в принципе, уже и не нужно. Если вы хотите больше подобного прохождения, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лол Ложка и Фиксплей. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Всем пока.